Сейчас скажу вам, готовы к информации, ребят? Готовы к информации, нет? Да. Вы готовы к информации или нет? Скидываю ссылку на новый YouTube-канал Дмитрия Серова. Внимание! Скидываю ссылку на новый YouTube-канал Дмитрия Серова. Точно его новый? Точно его новый канал. Оригинальный канал Серова. Все нормально, да? Оригинальный канал Серова, ребят. Это канал хочу пожать. Это канал Серова. Это Серый создал свой канал. Вот там, узнаете, вышел, зашел. Серый создал свой канал. Сейчас вы все услышите, ребят. Да я вам вот показываю, вот переписка. Я уже с ним переписываюсь пару месяцев. Да они мне за***ли уже, я говорю, они мне говорят, ты осел. Да чё ты нервничаешь? Друзья, мои любимые товарищи, вас приветствует Дмитрий Серов. Вот, друзья, да, создал я канал, вот, а вся информация будет на канале, вот, который Гриша вам скидывает. Друзья, всех очень по-любому рад буду видеть на своем канале. Вот, все старенькие подписчики, кто меня уважает, кто неравнодушен был к моей ситуации, всем огромные, ребята, душевные, от сердца. Большое спасибо, короче, вам, ребят, правда. Вот, всю информацию интересную для вас, а поверьте, она будет для вас очень интересная. Вот, так что подписывайтесь обязательно. Ну и, соответственно, что еще хотел сказать? Короче, друзья, я не дам вам соскучиться, поверьте. Ребят, Анют, знаешь, что я хочу сказать? У меня друга, товарища, кореша самого лучшего, он полгода ни за что... Ты меня сейчас будешь уговаривать? Да нет, я не уговариваю, я ничего, я тебе хочу сказать. Я просто хочу немножко другое. Нет, у меня друг, товарищ кореш, полгода ни за что просидел в СИЗО, в тюрьме просидел полгода. Сейчас немножко хочу помочь ему, подожди. Я хочу помочь, чтобы ты помолчала, и все. А я так пила, что он просидел в СИЗО. Подожди, молчи пока сейчас. Я что его тут толкала? Господи, боже мой. Я его туда не толкала. Ребят, я для него не должна. Друзья, мои любимые товарищи. Вас приветствует Дмитрий Серов. Вот, друзья, да, создал я канал, вот, а вся информация будет на канале, вот, который Гриша вам скидывает. Друзья, всех очень по-любому рад буду видеть на своем канале. Вот, все старенькие подписчики, кто меня уважает, кто неравнодушен был к моей ситуации, всем огромные, ребята, душевные, от сердца. Большое спасибо, короче, вам, ребят, правда. Вот, всю информацию интересную для вас, а поверьте, она будет для вас очень интересная. Вот, так что подписывайтесь обязательно. Ну и, соответственно, что еще хотел сказать. Короче, друзья, я не дам вам соскучиться, поверьте. Ребят, от души подпишитесь. Друзья, 2000 подписчиков. 2000 подписчиков, мы с ним созванились. Да, ребят. 2000 подписчиков, прям сегодня. А можно для подписчиков чисто включить?